Приветствую вас, подписчики и гости моего канала. Давно не снимал, как-то не было времени. В общем, очередной болотоход готов. Расскажу немножко о комплектации. Двигатель Fan 20 сил, аккумулятор 40-амперный на вариаторе, выхлоп на крыло. Собрана проводка, это плюс разведен. Капот на пневмостойке. Установлен квадрат под лебедку. Колеса без камерка. Рисунок паутинка. В переднем мосту самоблок. Так, сиденье у нас на амортизаторе нашего изготовления. Ограничитель водного переворота. Здесь у нас электроусилитель. Так, по электрике электроусилитель, передний свет, правый свет, левый свет. И также есть еще свет на задний ход. Сиденье имеет регулировку вперед-назад. И так получилось, что сиденье пришло с регулировкой по высоте. Тут уходит проводка на задний ход. И на боковые фонари вот эти вот. Кузов у нас с тентом. Задний квадрат под лебедку. Так вот, тент. Задний фонарь на свет. Тент с окошком. С окном. Впереди окно. Сейчас покажу, что в кузове. Интересно, ну тут все как обычно. Дверка задняя. Болотоход после обкатки еще не мыли его. Так, здесь защелки. Оружейный ящик. Под оружие. И здесь рундук. Тоже все закрывается. Заказчик попросил дополнительно установить ручки для того, чтобы держаться. Буквально сегодня установили тент. Приехал человек, натянул, все закрепил. Сегодня будем тент снимать, разбирать, готовить на отправку болотоход. Болотоход поедет в Томскую область. Заказы у нас открыты. Принимаем в работу. Так что, у кого какие вопросы, номер оставлю в закрепленном комментарии. Материал очень мягкий. По тенту. Материал очень мягкий. Ну, удобно его складывать. Места много не займет. Ездить с тентом по лесу все равно неудобно. По кустам, по лесу. Можно все это дело и взорвать. А так приехал на охоту, быстренько раскинул его. Минут 10 времени уйдет на это все. Раскинул тент и можно и дождь пересидеть, и при желании переночевать. Кузов здесь увеличенный, 1,70 на 1,70. Обычно делаем 1,50 на 1,70. Так что так вот, такой болотоход. У кого какие вопросы, пишите, звоните. На этом все. Всем пока.